Традиционно встреча прошла замечательно. Я с глазу на глаз с президентом встречаюсь в третий раз в этом кабинете. И сегодняшняя моя встреча связана с моим уже завершением срока пребывания здесь, в Беларуси, отбытием к себе на родину. Время быстротечно. 3 года прилетело абсолютно незаметно. С одной стороны, я здесь приобрел много хороших друзей. Я познал эту страну. Нам удалось сделать немало. В плане развития отношений между Узбекистаном и Беларусью. В плане того, чтобы белорусы лучше и больше знали об Узбекистане. В плане того, чтобы Узбекистан, узбеки больше и лучше знали о Беларуси. Уже есть какие-то показатели. Но не только показателями, не только цифрами это можно судить. В перспективе этих цифр будут более весомые. Александр Григорьевич действительно замечательный собеседник. С ним очень интересно беседовать. Но вот эта вот откровенная беседа о всех тех событиях, которые переживает страна, о тех планах, над которыми сейчас работает страна, для меня, для посла Узбекистана, дружественной страны, это очень интересно. Вот. И дружеские отношения между лидерами двух государств позволяют решать многие вопросы, многие проблемы, которые существуют. И они решаются успешно.